Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервер Мир Ролиплей, второй сервер. Мой ник здесь Кирилл Красав, вводите мой ник по регистрации, пацаны уже третий уровень у меня. Я так понял, вам Радмир зашел, в принципе, вы хотите по нем видеть серии. Поэтому еще раз давайте наберем много лайков под этой серией, в принципе. Итак, чуваки, сегодня такая будет серия, ну, немного разговорная, немного дрифтовая, так сказать. Короче, я где-то дня три назад, как вы помните, поднял в казино в последней серии по Радмиру с 4000 поднял 800. И потом, после этого, пацаны, я пошел тоже играть в казино. Я пошел играть в казино, короче, тоже. И что произошло? Что произошло, да? Я поднял до 2 600 000. Поднял денег, короче. 2 600 000 я поднял денег и ушел. Потом Симоха пошел в скайп, и мы решили тоже пойти обратно в казино. В итоге я поднял 3-2, пацаны. 3 200 000 поднял. Думал, сейчас еще поиграю и куплю себе BMW 540i. Куплю себе беху, блять, за 3 900 000. И будет все заебись у меня. В итоге, пацаны, я все слил. Я слил все эти деньги. Я просто слил все бабки. Серьезно, я просто все бабло слил, понимаете, все. Да, ну, мне оставалось 99 000, когда я в банке, в казино, выходил из казино, у меня осталось 99 000, а было 3 200 000. Понимаете, потому что, пацаны, все, казино это зло, блин. Реально, мне так фартило жестко, я просто 3-2 поднял, понимаете, 3-2. Хотя играл, ну, практически только по 100 000. Но потом я сыграл на лям, проиграл, потом на 500 000 сыграл, тоже проиграл. Ну, короче, блин, тупо слил все деньги. Вот, хотя мог себе купить бэушный BMW. На следующий день я смотрю, и про BMW вот это 540, какой я очень хочу, пройдут за 3-2. Ой, давайте просто как я огорчился, реально. У меня просто не было настроения из-за того, что я все слил. Все просто слил. Реально, блин. Кстати, BMW вот это мне очень нравится тоже. Я хотел просто, чтобы у меня было две бэхи. Вот эта BMW была... И 540-я BMW тоже была бы. Я думаю, это было бы очень круто, как по мне. Блин, чё-то, кстати, я никого не видел бэх вот такой, как у меня. Тогда я проеду BMW. Ой, Porsche. Блять, ну чё ты поворотник не включаешь, придурок ты. Тупой. Просто даун какой-то, блять. Серьезно. Ой, нельзя было развернуться, блять, нормально, да? Сейчас бочком дадим. Что-то на такие покатушки. Я решил вам рассказать, что я слил 3 миллиона. Ну, 3-2 миллиона я слил, короче. Надо сейчас поехать за дом, будет оплатить. Кстати, давайте я возьму Audi. Конечно, BMW я очень люблю, она мне очень нравится. Прям просто тачка-бомба, огонь, пушка, гонка там, блядь, и так далее. У меня даже денег нету. Я хочу доработать эту машину. У меня даже денег нету, чтобы ее доработать. У меня вот 64 000, блядь. Замечательно просто. Так, квадру возьмем, короче. На квадре прокатимся. Мне, кстати, тоже можно боком валить. Нет. А, квадру надо открыть. Во, все. Открываем квадру, садимся. Точно, я просто на ключи вытягиваю просто чисто. Я реально захожу сюда просто покататься на машинах, и все. Я просто могу там час-два кататься на машине, и все. И мне по кайфу. Пацаны, квадро, кстати, можно будет на ней оффроуд снять, потому что полный привод, все дела. Кстати, на ней можно вот так дрифтить на такой скорости, смотрите. Просто можно давать бочком. Да, именно так. Давайте ремень пристегнем, потому что, блядь, я думаю, это хорошим не закончится. Давай сейчас поедем в банк, короче, и я заплачу за свой дом, квартиру, дом. Ну, неважно, короче, вы поняли. И поедем еще прокатимся, наверное, на BMW. Блин, ну, конечно, подвеска у Audi такая себе. Ну, полный привод зато, блин, это круто. Вах. Я думаю, все узнают мою машину, BMW особенно. Ну, подписчиков я здесь видел, но их мало очень. Мало очень подписчиков здесь. Тем более, я здесь снял только две серии, блин. Это обзор модпака и что я купил.
Не знаю, бы почаще снимал, просто, блин, идей особо нету, как бы. Когда есть бабки, пацаны, есть идея, так? Бабосов нету, нихуя себе зашел боком. Не, ну мне и так охуенно, в принципе, две тачки, как бы. Не жалуюсь, не жалуюсь. Но, блин, очень хотел бы МВ-540 купить. Либо, да вообще, чтобы бабки хотя бы были, а то, блин, особо работать у меня нету времени. Да и желания, блин. Но, если я 4 уровень докачаю, я хочу дальнобойщиком поработать. Может, там платят нормально. Напишите в комментариях, кстати, кто знает, там платят нормально или нет. Так, давайте заплатим. Кстати, халявщик стоит, типа. Я плачу 750 рублей за хату, поэтому. Все оплатил. Все замечательно, можно ехать дальше, кататься. Кстати, не спорю, Жига, блин, круто выглядит тоже там. Но, блин, в Жигу я не готов бы влаживать 2 миллиона. Ну, кстати, Жига, по-моему, быстрее, чем Бэха, я даже. Я что-то вчера с Жига ехал, блядь. Что-то, блядь, она меня обогнала даже. Ну, я, точнее, догнать ее не мог. Хуй знает, посмотрим. Напишите, сколько, блин, едет Жига, вот шестерочка это. Вообще, у меня BMW едет 168. А это, наверное, 175 едет. Ну, блин, это жестко. Не знаю, что лучше, кстати, дрифтит Жига, либо BMW. Надо будет проверить. Тимохи есть Жига. А у меня есть BMW, поэтому можно будет проверить. Кстати, вот на полном приводе тоже охуенно дрифтить. Лол. На полном приводе тоже вообще по кайфу на самом деле дрифтить. Мне очень нравится тоже. Ну, конечно, BMW, ну, BMW это BMW, пацаны, блин. Что-то еще говорить. Табачком дать. Оп. Ой, я случайно на самом деле, но это было смешно. Нам тупо Жигу потерял. Теперь ему придется ехать за тросом. И так далее. Ну ладно. Пофиг. Блин, я что, задумался, я судом проехал. Ладно, сейчас вернемся туда. Не знаю, что поснимать, блин, даже. Напишите в комментариях. Просто решил сегодня поделиться тем, что я, бля, просрал 3 миллиона. И по катушке устроить на BMW. Вот она, зайка моя. Любимая. Все, глушим. И давайте оденем. Оденем, блядь. Откроем нашу машину. Да. Что-то заговариваюсь. Так, заводим ее. И давайте прокатимся на ней. Блин, жалко, вот Тимоха мне рул, типа, если там детали ставишь. Как-то, блин, странно их, типа, их надо правильно ставить. Если неправильно ставишь, то они пропадают. У меня спойлера нету и глазок нету. Это хреново. Мне это вообще не нравится. Я думаю, спойлер задний поменять. Ой, спойлер, багажник и спойлер поставить. Такой, знаете, не карбоновый, а обычный такой спойлер. Может будет смотреться даже. Но нужны бабосы. Пока что у меня их нету. Ну, думаю, в будущем буду работать над этой машиной. Ебать. Упс. Мусора. Мусора, мусоришки. Ремень надо пристегнуть, потому что сейчас будет пиздец мне. У меня хп и так уже, да? Немного, я так понимаю. Не, вот так тачка вообще по кайфу. Просто очень нравится. Я на нее так вчера вечером катался. Так просто боком перекладочки так делаешь. Я именно по этой дороге люблю ездить. Так, погнали дальше. Пин-механик, блин, был. Я машину расхерячил от таксиста. Хотя, блин, бампера тут все хуйня. Ох, ух ты, чувака Шубер. А, жесть. Что-то видите, блядь, быстро жиркает у него сильно. Так давайте механика доедем, потому что, блядь, что-то мне стрёмно. Что, он уже дымится или нет? Не, ну ладно, все равно доедем до механика, потому что сегодня так жестко тоже толкнулся лоб в лоб. Не помню с кем. Тут опасно дрифтить, конечно. Без комментариев, просто без комментариев. Бля, она теперь глохнет. Надо варийку врубать. О, братан, почини меня. Блять, включись, варийка ты. Братан, чини. Чини. Чини, 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 чини. Блин, давай. Я в тебя верю. Давай, давай. У меня BMW сейчас, блядь, сдохнет.
Это Ланос? Да, это Ланос. Блять. Ладно, с КРМП, пацаны, это жестко, это жестко. Ладно, придется нам ремонт ехать, потому что что-то чувак спит или хрен его знает, что он делает. Но нужно нам доехать. До 100 обязательно. Так, блин, вон механик поехал, сука. Хорошо, мне дымор, честно, посадили за дым. Хотя за морик еду и на обочине, блин. Я уже так не первый раз, кстати, еду. Но, блядь, сейчас, как назло, на серию меня, сука, посадят, нахуй. Как же у него морда злая, еще разбитая, блин. Эх. Пушка, просто пушка. Давай, блин, я в тебя верю, ты можешь. Малышка, давай, 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 давай. О, давай, давай, почти доехали. Так, давай, чини, чини. Чини, блин. Почините меня. Так. Может, кто-то починит все-таки? Можно меня починить, ау? Блять. Ой, что за мясо происходит? Кстати, я думал эту Audi купить. Но, блин, теперь я точно не куплю. Блять, какой же даун просто. Теперь, кстати, у него такой неплохой. Чини, ёпта. Давай, блин. Чини меня, братан. Я в тебя верю. Почини меня. Почини меня. Спасибо большое тебе. Давайте эту аудио посмотрим, потому что я хотел себе давно ее купить. Как давно, блин, просто хотел себе купить. Типа, знаете, RS6, типа. А-ля RS6, но это нихуя не RS6. Не, ну прикольненькая такая, я бы купил себе тоже. Вон поехала BMW, как мне нравится. Мы точно догоним, она по 200 тулит. Я, блядь, катался на лампе, блядь, недавно. Это пиздец просто, она так рвет жестко. Это просто пиздец, реально. Ладно, в принципе, на это будем заканчивать. Были такие вот покатурщики на BMW. Рассказал, как я бабусу слил. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем, пацаны, пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.